походили троллингом, говорю, вот поймали 3 щуки. И все. Понаехало лодок. 6 штук. Бросили. Пошли в протоку. Одиночный гуляка. Давай. Мамка. Ну, нормально. Кошка, блядь. Да покажись. Убирай сумку. Сейчас мы ее всю изгадим. Для нынешнего. Да, маленько припанулось. Говорил тебе, надо ехать сюда сразу. С утра здесь, наверное, все щуканы. Да тут ты достанешь, что ты, вон он один крючочек все, в язычок. Все, бросай. Не, побольше, а может... Щука. Щука? Большая? Да, блядь, валет. Не, нет, щука нахуй. Я думал, за корягу, что ли, по коряге, по палке как будто едет.
На дно прям. На дно? Ага. Да, эти щипчики. Что ты на хомуху будешь делать? Жабры, видишь? Да, вот тут как в другую. Вот сюда с нашей. Да мы здесь не рыбачили. Нет. Может так вот? Может. Вот. Очередной окушок. Щучонок. Ясь. Хорошо, что отцепился. Еще один. Да, ясно. Окунь. Окунёк. Хрена такой маленький, да? На пятый номер наплеснул. Что он тут? Все едим рыбу. Не, просто как бы по размеру блесны не это. Не соответствует. Не соизмерим. Не соответствует размеру блесны. Не теребите Клинтон. Не теребите Клинтон. Шел я. И песенка моя. Ебил уже. Потеребил. Что нас к берегу-то жмёт? Ясь, наверное, долбит. Окунь идёт, окунь, окунь, хороший окунь идёт. Окунёвый окунь.
Поздравляю. Ой, спасибо. Подними ручку на эту, блядь. Где щипчики у тебя были? Сейчас, Алик, эту. Ополоснее. Прямо на середине, на течение. На течение, да? Угу. Вот эти блесен крючки говенные, тогда у Пашки-то крючки щуку разогнула нахуй. Да как бы ничего, вот так все. Бодрили сейчас. Второй день рыбалки. Вчера полдня шел дождь, поймали килограмм 20. Ничего не забыл. Видишь, смотри. Что делать? Тарелочки. Какие тарелочки? Ну, стрелять по которым. А где тарелочки? Я думаю, что вон там вот отбитый лежит. Ваша пиздец. Ну, такая-то, наверное, была она. Ну, далек, плоскогубцы. Ты челюсть сломаешь. Вот дура-то, а? Вот хотел отпустить, Олег, смотри. А, челюсть сломала себе. Прикинь, ее зацепить нету, что теперь. Где это, на борт?
Лучше бы большая щука. Мне кажется, блядь, что-то большое. Хотя хуй знает, упирается. Упирается, Паша. Ну-ка, я вижу, что давит вроде. Какие я вот места не могу сдвинуть? Небольшой какой-то, да? Ну как небольшой? Ну нормально, но небольшой, ну. Хорошенький. С коробцы? Нет. В кости. Все-таки окунь вот эти вот зеленые всякие, да, наверное, лучше. Вчера хорошую блесну оторвал. Да нет, вроде, блядь. Хотя, я не пойму, кто так гоняет. Это ящ, что ли? И не поднимается. Щука, значит, что, ни хрена себе, ящ. Коля. Видишь, вылетело. Куда? Блесна. Ой, блин, я думал, щука. Блин, да я и спиннинг не могу бросить. Ну ничего, да? Откуда взяла? Вот прям вот. От берега далеко? Ну вот, вот как мы идем по этой линии. Паш, шерца не маленький к берегу, да? А ты, может, якорь будешь кидать? Нахрен он не А вначале это, как окунь, хрен поймешь, что... Она крупная вся так, Паша, заметил? Ну, вот чем крупнее, тем интереснее вначале. Она потом дуреть начинает.
Окунёк. Почти как у тебя. Я говорю, окунёк тут может быть. Ты в следующий раз говори не окунёк, а окунь. Видел, как он в воздухе так это... Зачем спинник тут зад тянешь, ты кверху? Как ты ее? Канатом? Подожди. Хорошенько. Не пускай подводку, на винт намотается. Ее надо поднять кверху. Что она у тебя там в глубине ходит? Тяни кверху и на меня. Наконец-то, чё-то. Ну, это уже десятка, наверное. Давай кусочки. Сейчас. Сколько? 8. Ну давай взвешиваем. Так вон, смотри. А я не вижу с твоей стороны шкалы. Ну вообще где? 7,5 где-то. 7. А где шкала-то? Чуть больше. Не, съемка. Ай. Как не нужен? Нужен нам такой. Не, я не про это, я про то, что... Ты, бля, я говорю, думал, ты подсак хочешь, блин. Доставай. Как тебя в прошлый раз легче закидывать, тебе не кажется? Ты в этот раз, по-моему, вообще ни разу не попал, блин. Я и говорю, ну ты как-то легче закидывал. Точнее. Вот так где-то пошла, на таком состоянии. Точнее, скажем. Вон, видишь, гоняет. Моей зеленой блесны нету, жалко. Что такое, я не пойму. Щучка. Не, так щука водит. Лови, не торопись. Хороший.
говоришь, куда ездился, да? Да, никуда он не девался, да? Ну, конечно. Акушера хороший. Нет, сиди хорошо. Ну, вот такое уже ничего. Одна так же, да? Угу. Дай, пожалуйста, это щипцы. Рецепт нужна? Не. Выкинь. Да, он такого выкидывать. Грех. Другой взял? Да нет. Вот так же вот примерно на уровне лодки. Забрать его? Да, вот на секунду. Что, или все берем? Что, мелко? Да бери. У меня мелкий. Я этого не знаю, как вытащить. Дебилой это. А, не пойму. Ох ты! Какая прутка. Я думал, окунь покрупнее. Повела, видно будет. Кабинку дал, да? Нет, она свечку. Я вижу свечку. Три. Это уже стая. Да, это нормально, что? Нормально? Конечно. Акушера. Можно было сразу у тебя с руки забрать. Все равно знаю, что не попадешь.
Нормально? Это едовой. Для щуки, да? Боялся. Зацеплю. Да что ты? Сильно глубоко вел? Это наш сегодняшний улов. Всего лишь.